Я говорил уже, их число возросло с 6 до 9 тысяч. Здесь присутствует Сулейменов Арман. Молодой финалист престижных чемпионатов мира по программированию в Швеции и США. Где он? Вот он. Смотрите. Константин Русланович. Ну, расскажи в двух словах. За последние полтора года основанная мной компания запустила более 110 приложений для смартфонов, и мы уже подготовили более 200 программистов. Руслан Абишевич, количество вакансий в области программного обеспечения растет экспоненциально, но количество кадров не поспевает за этим темпом. Поэтому наша честолюбивая цель на ближайшие 5 лет – это запустить более 10 тысяч программных продуктов и подготовить более 10 тысяч инженеров мирового уровня. У меня есть мечта, что уже очень скоро нашими казахстанскими программными продуктами будут пользоваться сотни миллионов людей по всему миру, начиная от пассажиров в токийском метро, заканчивая посетителями кофеен в Сан-Франциско. Молодец. Он создал стартап-инкубатор для начинающих. Это очень важно. 130 слушателей уже, да? Пользователей сети интернет. Более полусотни приложений для смартфонов на различных платформах. В том же Израиле я был на одном заводе, но его корпус, он небольшой, ну, наверное, как пятиэтажный дом. С этого дома программисты выпускают продукцию на 3 миллиарда долларов в год. Небольшого помещения, программный продукт. Или я был в Бангалоре, в Индии. Это является центром как раз подготовки программистов. Значит, они в год, каждый год выпускают на 10 миллиардов долларов продукции именно программного обеспечения. Это вот я тогда думал, когда у нас будет. Мечта моя сбывается за счет таких, как Арман. Молодец. Спасибо огромное. Вот всегда умных ученых представляют безволосыми и лысыми. Смотрите, у него какая ширина. Это не мешает, это шутка. Сегодня на встрече много выпускников программы «Балашак». Они